Все бродячие животные – это безответственность человека, считают зоозащитники. Кошки и собаки рожают. Куда пристроить их питомцев? На всех добрых рук не хватает. Их наплодили в этом году такое массовое количество, раскидали направо-налево и продолжают это делать. И мы просто ждем, когда при первых заморозках нам будут носить десятками, сотнями вот уже таких умирающих, замороженных, выброшенных кошек и собак. Что гуманнее, один раз стерилизовать животное или позволить ему раз за разом плодить потомство, которое практически на 100% погибнет? Ответ очевиден. Группа помощи «Зверьё моё» в сентябре проводит акцию по льготной стерилизации котят и щенков от 2 до 6 месяцев. Обратиться может любой владелец животных. Все, у кого есть пометы котят, щенков, прежде чем раздавать, подумайте о том, куда они пойдут, в какие руки, где они будут рожать. Ну и в конце концов, ну хватит рожать, надо прекращать это разведение. Если бы все жители нашей страны были бы сознательны и прекратили бы разведение кошек и собак на 3 года, поверьте, ни одного бездомного животного бы на улицах не было бы. Арина Макарова, Василий Кудинов. Наше время.